все, что касается темы космоса, Луны и этой бесконечности совершенно, да, безусловно, необходимо заниматься этими исследованиями. Да, наверное, действительно необходимо снаряжать туда экспедиции, потому что, ну, нужно идти в ногу со временем. И, в общем-то, все шагают туда, куда-то в эти неизведанные дали. Но я человек абсолютно планеты Земля. Я с радостью, правда, недавно прочитала где-то в новостях о том, что где-то там очень далеко, в каких-то там параллельных галактиках найдена планета, которая по всем данным похожа на нашу с вами, и, скорее всего, там ее населяют люди. Мне стало как-то приятно, что мы не одни в космосе, но я никуда не полечу.